хочу пригласить человека, а также доктора, реабилитолога, доктора народной медицины, золотой сертификат СУДЖОК терапии. Это руководитель центра в городе Ирпень Валерий Бойко. Ну, так как времени мало, я буду рассказывать быстро. Я первый раз, когда попробовал аппарат, у меня была простуда. Обычно я семечками делаю очень быстро, если есть простуда. Да, я решил использовать аппарат. Я подержал его где-то около 2 часов. Результата никакого не почувствовал. Но когда утром проснулся, я вспомнил, что у меня была простуда, ее нету. И потом также я использовал на своей жене. И таким образом я первый раз заметил, как работает биорезонанс. Понятно, да? И так же самое можно его использовать, набирать очень просто. Болит рука, вышли, там есть анатомия, физиология. Где-то можно подойти, поспрашивать у врачей и быстро разобраться, как настраивать этот аппарат. Соответственно, частота работает. Если вы случайно сделали ошибку, частота проходит мимо, она вас не затрагивает. И вреда нанести не может. Соответственно, если болит сердце, поставили на сердце, там есть общие такие программы, или есть более детальные, это уже нужно делать диагностику, где более детально рассматривается, что именно, какая проблема, тогда вам врач настраивает на, или вы уже научились, настраивайтесь на эту программу и ставите себе. Но вот интересная тема, я вам сразу подскажу, это для всех. Затронули меридиальную систему. У кого есть ручка, быстро пишите. Значит, желчный пузырь активен. Желчный пузырь активен с 23 до часа. Печень с часа до 3. Легкие с 3 до 5. С 5 до 7 толстая кишка. Желудок, я уже бился, с 7 до 9. С 9 до 11 поджелудочная. С 11 до часа сердце, с часа до 3 тонкая кишка, с 3 до 5 мочевой пузырь, потом с 5 до 7 почки, потом также 2 часа головной и спиной мозг. Таблица это есть, дадим на школу здоровья, все проводим. И вы включаете, это активный меридиан такой-то, в такое-то время, например, с 11 до часа, например, сердце. Вам надо поработать сердцем, вы ставите в это время на сердце, и более активно работает программа. Потому что если вы ставите, например, ночью на сердце, к примеру, сердце спит. Или я вам скажу такую вещь, почему проблема очень многих с поджелудочной железой, сахарные диабеты и так далее. Почему? Потому что мы любим сладкое. Активно поджелудочная железа, во сколько времени я сказал? Утром. Утром. И когда вечером обычно садятся и кушать сладенькое, поджелудочная спит, отдыхает. И вы ее нагружаете, инсулин, дефицит. И вы делаете эту нагрузку, ломается работа, и таким образом появляются проблемки сахарного диабета. А сейчас очень много Львов, тут есть львовяне, мы недавно были во Львове, везде цукерница, то, другое, третье, или как это называется, сладости, сладости, сладости. Мы день походили, потом думаем, что же мы делаем, стоп. Понятно, да? Ну все. Спасибо.